Кристина Арбакайте перестала появляться на публике и не отвечает на звонки журналистов. В минувшие выходные она пропустила похороны Бориса Моисеева, с которым она была очень близка. Ходят слухи, что певица, одновременно со своей матерью, Аллой Пугачевой, экстренно покинула Россию за день до проведения траурного мероприятия. Продюсер Дмитрий Ашуров уверен, что Арбакайте определенно должна была проводить в последний путь Моисеева, который называл ее своей дочкой. Раз она этого не сделала, значит, на то имелись веские причины. Он предположил, что певица переживает крайне тяжелый период жизни. Ашуров считает, что Арбакайте пропала из-за какой-то личной трагедии. Он был ей нянькой. Пугачева всегда доверяла ее Моисееву. Может, тут замешана какая-то внутренняя личная трагедия. Или какая-то болезнь. Цитирует продюсера источник. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!